Да. Я вообще лейтенант, так что все должны меня слушать. Ну я-то тебя слушаюсь, а вот этот Браун... У тебя нету претензий, к нему есть, бля, он вообще, вот... Сам отлетай, блин, я тебе что сделал, давай, что я тебе сделал? Давай, говори, что я тебе сделал? Чё ты тут выкаблучиваешься своим, отлетай? Формерная крыса, форумная точнее. Надо отжиматься, а не приседа опять. C060. Ясно. Этому уже не помочь. Он форумная крыса. Раз, два. Чего написать ему? Отжался. Нет, ты отжался 14 раз, а надо отжаться 20. Давай, все по новой, Вова, все фигня. Дима, а? Дима, скажи ему отлетай, не слушай, типа что не слушается старшего. Отлетай, ты не слушаешь старшего. Тебе сказали русским языком 20 раз. Я ему сказал отжиматься, а он устал, я даже не сказал ему встать. Чё ты свои C60 пишешь? Давай! Чё ты свои C60 пишешь? Я тоже так умею, прикинь! Оооо! Что такое ID-453? Ты чё бредишь? Сука, я ему голову прострелить хочу. Бредатор, блин. Вов, ты знаешь, что такое ID-453? Я нет, а ты знаешь вообще? Может, ID-453 машина такая есть, я не знаю. Я заскринил, меня все равно, я тоже скринил. Ты заколебал со своим отлетом, ты сам отлетишь, понимаешь? Как он не может понять, что у меня тоже бандикам сейчас включен? И чё, у меня тоже сейчас бандикам включен, прикинь? И чё, у меня бандикам идёт? Понаберут дебилов по объявлению. Понаберут, блин, дебилов по объявлению. Прям реально вот. Дима, ты любишь? Кого? Теплое мороженое, конфету. Ну да. Реально? Нет. Зайдите в здание, сейчас не будет. Чего? Алло, Дим, меня может этот интернет, короче, выключить. Да я понял, ничего страшного. Реально? Ничего страшного. У меня тоже вчера с пингом история была. Сейчас я радио погромче сделал. Иван, слышишь меня? Да хватит свои C60 писать уже! Ты дебил, у меня сейчас отыгровка была, придурок. У меня, блин, с интернетом проблемы. Ты вообще ничего не видел? Блять. Да я ему сейчас голову пострелю! Да. Забей на него. Смотри, если он закинет на тебя жалобу и на ней откажут, можно на него писать жалобу за то, что он хочет тебя специально слить. Я имею право тобой командовать, я старший состав. Старший на парковке бегает, задержите его, он не подчиняет. На парковке проникновение! Быстрее! Если задержать ему, выдайте розыск. Ну, Боба, ты давай. А то, как он зашел, я не могу сделать. Давай, Нимон, я тебе даю эту работу. Вот он. Гаси его. Кто из них? Вот бомж. Здравия желаю.
Закрой, закрой ворота, ворота закрой, чтобы он не вышел. Да ты за... Блять, я его ненавижу уже. Он разве сержант? Да. Да. Закройте, закройте, алло, закройте, куда, Даш, зачем открывать? О, Антон, попробуй сделать и снова подать. Брата, босс мне. Не надо денег давать, да ладно. Проникновение, Тимон. Он проникновение. Сема один, кстати, я Сема, Сема один. Ой-ой-ой. Боятся три отпуска. Взяточка. Смотри, он тебе С60. Ты дебил какой Сахар, какой С60, я ему деньги на телефон дал, овощ тупой. Вот реально. Вот этот. Да пусть кринь, на него фраса нету, а скорее не у меня сейчас бандикам, вот прямо сейчас работает вот. 6.32, 6.33. Да потому что ты реально такой. Короче, Диман, не помни, пусть я скринит, что хочет, ты и так ничего не умеешь. Да он меня, сука, бесит уже. Я его прострелить реально хочу. Да прям возьми меня в задницу, засунь этот пистолет. Угу. Потом, все. Потом ТК, геморрой. Потом ТК, я... Геморрой. Смотри, смотри, как убегает за тобой. Угу, вижу. Ладно, смотри, попробуем этот... Чё бегаешь за мной? Чё бегаешь за мной? Понравился? Да, и ты мне нравишься. Слушай, а давай это, а давай на свидание сходим. Давай на свидание сходим. Я тебе мороженое куплю, и ты мне мороженое купишь. Между нами всё закрутится. Ну пошли, давай на свидание. Ну пожалуйста, давай на свидание сходим. Давай на свидание. А чё это ты убежал? Вова. Ну блин, ну Вова, мне твоя фамилия нравится. Ты, у тебя фамилия Браун. Прям вообще, прям хорошая фамилия. Прям ни с чем вообще нельзя спорить. Путать, ну кроме одного слова. Ну все, у меня док много, пойду форум заливать. Да иди заливай. Мне пофиг.